Вот я познакомился с Настей. Настя привет. Работает в полиции, да, она передает привет всем украинским друзьям, молодежи. Что бы вы хотели пожелать украинской молодежи, как полицейской в Америке? Не знаю. Будьте хорошими, держитесь на хорошей стороне полиции, не знаю. Да, вот Настя говорит, чтобы вы были хорошими, не нарушали правила закона, и будет у вас хорошо. Да. Полиция поможет вам. Окей. Okay. Thank you.